Всем привет, меня зовут Оля. Сегодня вместе будем готовить кексы-брауни. От классических кексов или маффинов они отличаются очень влажной кремовой текстурой. Сверху кексы хрустящие, с тонкой потрескавшейся корочкой. В тесто мы добавим свежую или замороженную малину. В итоге будут шоколадные пирожные с малиновой свежестью. Для кексов нужно подготовить 100 граммов темного шоколада, 100 граммов сливочного масла, 120 граммов коричневого сахара. Если нет коричневого, обычный белый тоже подойдет. 2 небольших яйца, 100 граммов муки, 3 четверти чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, 150 граммов свежей или замороженной малины. Ягоды можно взять другие, а можно без них. Духовка разогревает до 180 градусов. В ковш перекладываю масло и шоколад. На минимальной температуре помешиваю, нагреваю, пока смесь не станет жидкой, однородной. Оставляю на пару минут остыть. Для выпечки подготовлю формы и бумажные вкладыши. Из этой порции получается 10 кексов. Можно использовать силиконовые формочки. В миску разбиваю яйца, всыпаю сахар, соль и остывшую шоколадно-масляную массу. Перемешиваю миксером до однородности. Не взбиваю, просто перемешиваю. Муку смешиваю с разрыхлителем и подмешиваю в тесто. Как только мука увлажнилась, миксер выключаю, тесто готово. В последнюю очередь подмешиваю малину. Тесто выкладываю в формы, заполняя их примерно на 3/4. Время выпечки – это самый важный момент в этом рецепте. При 180 градусах я выпекаю кексы 25 минут. Для моей духовки это идеальное время. Зубочистка должна выходить не сухой, а с остатками влажного теста. Если передержать, мы получим обычные кексы, не брауни. По времени ориентируйтесь на 20-25 минут. Сверху кексы будут с хрустящей корочкой. Оставляя их остыть, и можно наслаждаться этим шоколадным блаженством. Малина добавляет кексам свежесть, разбавляя насыщенный шоколадный вкус. Очень просто, быстро и вкусно. Обязательно попробуйте, эти кексы никого не оставят равнодушным. Друзья, на этом все. Удачной вам выпечки. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. До новых встреч!